Всем привет, дорогие друзья! Вышло новое обновление в мобильное типа Pippo Playground на Android. Вы ее все знаете, короче, тут обнова, сейчас посмотрим, что да как. Кстати, я только что хотел ложиться спать и вижу, обнова вышла. Думаю, ладно, не буду откладывать на завтра, сейчас запишу и вам покажу. Короче, разработчики добавили две новые карты. Сейчас протестим, и там некоторые приколюшки, очень много багов было исправлено. С этим полным списком вы можете ознакомиться в маркете. А что ознакомиться? Здесь ознакомьтесь, да и все, да, что переходить туда-сюда, когда можно это все сделать в одном ролике. Первая карта, ребята, на обзорчике. Сейчас будем искать пасхалочки, вдруг что-нибудь найдем. Так, отдаляем, отдаляем, дети, коды марсианские. Все находят что-то, я ничего найти не могу. Так, ребята, ничего не вижу. Ну и вот такая вот карта, знаете, здесь типа, для чего она, на чем кататься здесь? Короче, ладно, давайте тестить, что разработчики добавили. Нажимаем сюда, аватарочки какие-то другие, да, эти иконочки. Так, персонажей новых нету, ближний бой, ближний бой, ближний бой. Здесь тоже ничего нету, а здесь, ребята, есть кое-что. Смотрите, листаем вниз, и здесь у нас импульс ган, импульс ган. Сейчас протестим, как эта фигня стреляет. Так, ё-моё, что-то далеко. Это оружие такое маленькое или карта такая? Так, а кто будет... Ладно, будет арбузик сегодня у нас тестировщик. Берем и тестируем. О-а-а, это типа волнами, да? Посмотрите. А, да, это, ребята, волновая пушка. Прикольно, прикольно. Так, давай вот так взял. Подожди, ё-моё, карта какая? Ё-моё, я не могу достать, представьте, пальцем. Какое маленькое отверстие. Так, стреляем. Ну, короче, да, это, ребята, воздушная импульса пушка. Что есть еще? Здесь нету ничего. Здесь из граната тоже нету ничего. Так, шприцов новых нету. Медицина нету ничего. Одежда. Может быть, что-то я пропустил. Нет, ребята, нету. И здесь, так, тоже ничего нету. А вот тут, ребята, есть... Кое-что интересное, смотрите. Листаем вниз, и это Meon Cooler. Что это такое? Я, если честно, нифига не понял. Это типа такая фигня, она еще открывается. Сейчас покажу. Видите, она открывается. Сюда можно что-то положить, допустим, гранату, и ты отвозишь куда-то. Это чисто для тех, кто делает различные там мультики по этой игре, да? Поэтому это для вас. Но она еще катается, ребята, посмотрите, она катается. Единственный механизм, который катается в этой игре. В том плане, что не нужно ничего создавать, она будет сама кататься. Это прикольно, видите, это еще фигнюшка открывается, типа марсохода, что ли. Я не знаю, ребята, для чего она. Если у вас есть уже идеи, пишите, конечно же, правильно в комментарии. А мы с вами погнали тестить последнюю новую карту. Так, листаем еще сюда, вот она. Это чисто карта, чтобы создать какой-либо ровер там и по этим вот кочкам кататься. Так, насчет пасхалок. Да нету здесь, ребята, ничего. Нету. Может, есть? А, нет, да нету ничего. Видите, какие такие кочки прикольные. Так, а что у меня камера не поворачивается? А что у меня дальше не поворачивается? Это максималка? Вот это, ребята, максималка. Нифига себе. Да, такая специальная карта, чтобы кататься. Допустим, давайте запустим сейчас вот эту фигню. Так, Meon Cooler, иди сюда, Meon Cooler. Там еще некоторые прибабасики добавили на этот редактор модов, но пока что меня это не интересует. Почему все такое маленькое? Я что-то понять не могу, ребята. Так и должно же быть, да? Ну, в общем, давай, поехали. А, во, здесь по-другому сделали. Во, нифига себе, смотрите, теперь... А, вот, теперь здесь все, эти все механизмы, чтобы соединять. А то раньше такого же, по сути, не было, да? Да, не было, точно. Ладно, все, поехали, аккуратненько. Вот так, пальчиком толкаем, а давайте что-нибудь туда положим, а? Меня аж прям заинтересовало что-нибудь туда положить. Так, остановись, пожалуйста. Ё-моё, луномахорос, или как там, марсоход. Так, а что закинем? Давайте последнее протестим, и все, я буду завершать. Допустим, эту бомбу. Так, пожалуйста, остановись. Я знаю, что тебя можно заморозить, но я не хочу заморозить. Ребята, сейчас я, подождите, возьму аккуратненько телефон вот так вот. Вот так вот. Да не, я не могу, мне неудобно, ребята, это делать. Нет, она... А, во, все, нормально, удобно. Закидываем. О, отлично, и потом закрыли, да? А ее же еще можно включить прямо сейчас, да? Давайте это сделаем, опа. И закрываем крышку. О, я смог это сделать. Да, а где бабах, ребята? О, ё-моё, я испугался. Я не ожидал, что она бабахнет. Короче, такая обнова, на этом все. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.